же я, такие, как ты, думают, что они вправе, извините, людей ставить на место не за что. Хотя недавно, ты сама делилась и писала мне, и говорила: Зибирченко, блин, как думаешь, я надолго здесь управляю? Ребята, прямой эфир отдыхает вообще. А сейчас меня уважала, а потом же пришла на проект. Ты кто такая? Ты сама себя полила дерьмом на проекте. Меня дерьмом? Да голова, Саша. Сань, я в шоке. Новеньких девочек мутить. Я тебе еще говорю, новеньких девочек мутить ты не будешь. Серьезно? Я тебе отвечаю. Вот дом 2, видите, Зибирченко. Ребята, как же давно я этого не видел. Я тебе еще раз говорю, если ты считаешь, что блядь, твоя весовая категория позволяет тебе бить новеньких участников, например, указывать им, устраивать дедовщину и говорить, что где их место, то значит буду приходить такая, как я, и бить тебе рожу, блядь. Мы будем бить, сейчас зайдем получше. Подожди, Либерша, а ты приехала сегодня специально для этого? Я сейчас не знаю, как реагировать, потому что я сама недавно была. Понимаешь, ты видела, да? Тоже справилась. Поэтому давайте же дружно, друзья мои.